Крещение Христово на Руси приводит к возрождению души. Греховность убивается в купели, чтоб в Новый год грешить уже не смели. Духовным возрождением купель нас провожает с Богом в новый день. В святой воде, холодной и колючей, из грешника становишься могучим. Болезни все уйдут на задний план, развеется неведение туман, и просветление с радостью в душе на целый год опять придут к тебе. С улыбкой начиная новый день, неважно, что на улице с погодой, дождь, солнце или птахи слышно трель, проснемся мы в согласии с природой. Не повторится больше этот миг, а мы об этом думать забываем. Рутина, все идет, как ты привык, и день за днем так годы проживаем. Но завтра может вовсе не прийти, на миг не обращали мы внимания. А вдруг это последний шаг в пути, и мглой накроет память и сознание. И я умирал, и черный коридор, и дальний свет манил приятной негой. Господь сменил на милость приговор, и бой со смертью завершил победой. С тех пор с улыбкой утром новый день встречаю, каждый миг переживая. Творить и созидать уже не лень, чего и вам, друзья мои, желаю. Вселенская энергия бессмертна. Чем больше в нас, тем дольше будет жизнь. На действие всегда она ответна и порождает в людях оптимизм. Чем больше окружающим подаришь, тем больше возвращается ее. Но вот когда ты сразу не узнаешь, Вселенная тебе вернет свое. В отличие от западных познаний, не просит, если, то и не давай. Не можем мы без пламенных признаний, энергия у нас прет через край, а Запад, как вампир, ее глотает. Закон природы действует на всех. Пока они так много потребляют, Россию ждет тем временем.